Всем привет! У нас очередная встреча на тему языка программирования Python. Вот, как я и обещал в прошлый раз, у нас будет разговор про еще одну крайне важную и, пожалуй, возможно, даже самую важную структуру данных в Python – это словари и множество до кучи. Здравствуйте! Вот, заодно анонс, который все уже, думаю, видели в нашей группе в Телеграме, что на эту неделю запланирована лекция из доп-глав магистерских под названием «Про регулярные выражения». Сразу скажу, что, во-первых, конечно же, на эту лекцию приглашаются все. Она будет в четверг в 6 часов по 14. Там небольшое изменение, P5 занято. Там какие-то хакеры будут что-то хакать в это время. Вот. Значит, дата только 23 число. Это позаруха, давайте-ка мы это поменяем. Приглашаются все, а для магистров эта лекция обязательная в том смысле, что обязательно делать по ней домашние задания. Домашние задания 24-го, почему 23-го? Сейчас скажу, это будет какое число-то. Это будет число-таки 17-е, все правильно. Вот, значит, делать, естественно, обязательно именно домашние задания. Вот. Еще хочу напомнить, что если у вас есть оценка по бакалаврскому курсу, то, собственно, ровно эти задания вам и нужно делать вот для того, чтобы получить такую же оценку по магистерскому курсу, если, ну, скажем так, такую же или меньше. Вот. А вот если вы хотите исправить оценку по бакалаврскому курсу, скажем, четверку на пятерку, то надо делать все задачи. Вот, значит, приходите, там интересно, вот, регулярные выражения, вот это все. А мы, значит, разговариваем про множество и словари. Вот. Вот эту тудушку я сделать не успел, но я ее сделаю прямо перед вами, прямо сейчас. Вот. Мы с вами будем упоминать про такую штуку, как хэш, но не будем про нее говорить подробно. У меня в 2019 году последний раз хватало времени в этом цикле лекций, чтобы поговорить про хэши более подробно, но поскольку хэш – это все-таки понятие из области чистого программирования, к языку, имеющее отношение очень опосредованное, я решил этот кусочек исключить ради других как раз важных питоновских свойств. Вот, именно питона. Значит, очень коротко, что такое хэширование? Хэширование – это преобразование некоторого множества объектов, множества, не знаю, сущностей, если хотите, множества счетного, наверное, хотя нет, на самом деле, любого, в тоже множество, тоже счетное. Как правило, не как правило, одна из целей этого преобразования – это понижение мощности этих множеств. То есть область определения этой функции гораздо больше области значений. То есть актуально меньше. Условно говоря, всех возможных хэшируемых объектов какая-то непредставимая нами бесконечность, их нельзя все сложить в памяти. А вот все возможные хэши объектов можно сложить в памяти. Примерно такой должен быть различие. Вот. Остальные свойства хэш-функции, которые вы можете посмотреть в каких-нибудь учебниках, их довольно много, они могут быть нужны, а могут быть и не нужны, в зависимости от того, для чего вы этот хэш используете. Да? Возможно, хэш у нас вообще однозначный, хотя взаимооднозначный, то есть без конфликтов, без коллизий, но это, конечно, большая редкость. Это надо иметь какие-то тайные знания про множество значений, чтобы, условно говоря, пересчитать все элементы множественного значения, тем самым понизить множество определений. Пересчитать множество определений, тем самым понизить мощность множества значений. Равномерность хэша – это когда, значит, у нас на условно любой случайной выборке значений из множества значений, из множества определений, значения этого хэша должны быть равномерно разбросаны по множеству значений. Да? Условно говоря, если у вас есть много почти похожих констант, хэши этих почти похожих констант должны быть очень разными. Вот. Невосстановимость – это свойство, требуемое в криптографии, когда у нас по хэшу нельзя написать обратную функцию, которая вам сразу покажет
исходное значение, которое было хэшировано, и нужно делать это брутфорсом, перебором и так далее. В общем, все эти множества, они, все эти функции, они не обязательны, вот, но какие-то из них нам с вами понадобятся как раз для решения нашей задачи. Давайте сначала поговорим про хэш. У нас на самом деле, мы же с вами знаем, давайте мы запустим другой какой-нибудь терминальчик побольше, мы же с вами знаем, что есть в Питоне такая штука, как ID, вот, идентификатор. У каждого объекта есть его идентификатор. Вот. Почему бы не использовать, да, вот, казалось бы, мы знаем, что этот идентификатор, ну, скажем, в питоне, написанном на C, представляет собой адрес в памяти, и, казалось бы, вот прекрасная хэш-функция, которая переводит, ну, достаточно развесистый объект, область определения, ну, допустим, строк, она, конечно, очень большая, всех на свете строк в питоне самых разных очень много, вот, а область значения – это вот такое целое число, вполне себе ограниченное сверху, потому что это, условно говоря, адрес в памяти. Вот. Почему бы не ввести хэш в качестве, ID в качестве хэша? Ответ очень простой. ID в качестве хэша ввести нельзя, потому что у одинаковых объектов этот ID может быть разный. Вот здесь вот. Нет, это тот же самый. Вот. А вот, допустим, ну, я не готов. Сейчас давайте посмотрим. Сейчас тоже будет, небось, одинаковый, да? C. Нет. Вот, пожалуйста, два одинаковых объекта, вполне себе константные, но по некоторым причинам они в двух разных местах лежат, и у них айдишники разные. Понятное дело, что в некоторых случаях Python может определить, что вот эти две константы одинаковые, найти ее в памяти и сделать ссылку на одно и то же. Вот. А в некоторых случаях ему тяжело это делать. Например, когда у нас задан целый кортеж, ну не сравнивают же все кортежи на свете друг с другом. Вот. Значит, так что нет, ID не годится. Ну, не говоря уже о том, что ID бывает и у модифицируемых объектов, но это не важно. Вот. А вот функция хэш. И это вполне себе уникальная вычислимая функция. Вот. Которая, видите, для одинаковых объектов вполне себе дает одинаковый результат. Вот. При этом она, например, обладает свойством равномерности. Давайте возьмем два почти похожих объекта. Ну, например, строчку QWERTY, да, и строчку QWERTZ. Да, то есть вот, пожалуйста, объекты отличаются на единичку. Можно даже там на один бит, но это не важно. Важно то, что хэши их отличаются радикально. Вот. Вот, значит, свойство равномерности, оно, ну, можно еще посчитать, насколько оно равномерно, построить гистограмму, ну, поверьте мне на слово. Свойство равномерности питонского хэша соблюдается. Вот. Как правило, хэш, не как правило, всегда, хэш в стандартных объектах Питона создается сразу вместе с объектом. Вы создаете строку, у него сразу есть хэш. Вы создаете кортеж, у него сразу есть хэш. Именно по этой причине, помните, когда мы смотрели размер строки на какой-то из прошлых лекциях, она была существенно больше, чем суммарный размер тех символов, которые хранятся, потому что там сохранился заголовок, в том числе хэш. Вот. И для, например, сравнения двух объектов, Питон сначала сравнивает их хэши, потому что это два целых числа, они сравниваются одной командой. А уже потом, если хэши совпадают, начинает сравнивать их поэлементно, там строки или кортеж или что-то еще. Из этого следует, конечно же, что вычислять хэш от изменяемого объекта, такого как список, ну вот от кортежа, можно вычислить хэш. А вот от изменяемого объекта, такого как список, хэш вычислять смысла никакого нет. Потому что мы можем этот объект модифицировать,
Да? Вот. И что же, каждый раз, когда мы модифицируем объект, мы должны перевычислять его хэш. И это довольно дорогая операция на самом деле. Даже мы же должны пройти по его элементам. А вдруг это элементы тоже модифицируемые объекты? Мы что ж, по их элементам тоже должны побежать? Короче говоря, хэши бывают только у константных объектов. Другое дело, что в питоне строки – это константные объекты, числа – это константные объекты, вот кортежи – это константные объекты. Помним, да, что числа – это константные объекты. Вы не можете изменить переменную А, вы можете вычислить новый объект и назвать ее именем А. Вот. Так что довольно много что в питоне является хэшируемым объектом. Ну, например, очевидным хэшируемым объектом являются целые числа. Вот. Из этого примера, кстати, видно, что свойство невосстановимости хэша не соблюдается в питоне. Вот. Давайте посмотрим, а что будет вот так. Взяли какое-то, значит, место в памяти, сколько там, 32, наверное, или что, не помню, байта, бита, и вот, значит, вычислили из него какой-то вот вполне себе равномерно распределенный хэш. Ну вот он, да, начинается на 28, заканчивается на 8, а все остальные циферки другие. Интересно, это случайность, что он начинается на 28? Хы-хы. А может быть и не случайность? Случайность, не случайность. Ну, короче, вот он как-то вычисляется. Достаточно равномерно размазан. Вот. Хэш. Смотрите. Поскольку у нас, особенно это очевидно в случае строк, кортежей, вообще любых больших структур данных, у нас область определения существенно больше по размеру, чем область значений, вот, хэши для равных объектов, разумеется, совпадают. Хэши, если хэши не совпадают, объекты, разумеется, не равны. Но есть понятие хэш-коллизия, когда у двух неравных объектов хэши совпадают, потому что, понятно, да, мы не можем упихать все на свете строки в обычные, значит, целые числа. Такие дела. Вот. С этим, понятно, связано еще понятие хэш-таблицы. А, ну вот, собственно, мы про хэш-таблицу сейчас и поговорим. Значит, вот какая штука. У нас есть понятие индексации в массиве. Значит, вот у нас есть, допустим, массив на 1000 элементов, и мы говорим, покажи мне, ну, не знаю, 100-500, нет, не бывает, 42-й элемент. Как вычисляется 42-й элемент массива? Мы берем адрес начала массива, прибавляем к нему 42 умножить на размер элемента массива, ну, хорошо, 41. Да, получаем адрес того элемента, где лежит 42-й элемент, и смотрим на этот элемент. В питоне, как мы помним, сделано ровно так. То, что мы называем списками в питоне, на самом деле это таблицы, то есть массивы динамические, массивы идентификаторов объектов. Да? Соответственно, эти массивы, они состоят из они являются последовательностью в памяти, последовательно лежащей в памяти блоком из одинакового размера элементов, тех самых идентификаторов, поэтому индексация в списке, который, видите ли, не список, да, а динамический массив, операция индексации в списке имеет константную сложность. Мы взяли, умножили, прибавили, получили адрес, по которому сходили и нашли элемент. Вот, это значит операция индексации. А вот операция поиска в том же массиве или даже в связанном списке, который в питоне не используется, всегда имела линейную сложность, потому что мы не знаем, где именно в нашем списке, если только он не упорядочен, и то это в массиве, не в списке, вот, где именно в нашей структуре данных лежит нужный элемент. Если мы хотим найти элемент по его значению, то его придется просто перебирать все подряд. Что можно сделать? Можно взять от этого элемента хэш, сделать вид, будто хэш – это индекс этого самого массива, и положить по этому индексу этот наш элемент.
Как будет тогда выглядеть поиск? Это вот уже как раз хэш-таблица в самом примитивном варианте. Поиск будет выглядеть так. Берем наш элемент, который содержится или не содержится в нашем массиве. Спойлер, это множество называется в питоне. Вычисляем из него хэш. Идем по соответствующему индексу по этому хэшу. Видим там, что какой-то элемент есть, сравниваем с нашим, они равны, значит, элемент в множестве содержится. Или видим там, что ничего нету, эта ячейка не занята, значит, нашего элемента в множестве не содержится. Вот, собственно, и вся реализация множества. Ну, почти. Помашите ручками, кто разбирался, у кого были хэш-таблицы и хэши в каком-то из курсов. Вот. Были. Вот, очень хорошо. Надеюсь, вам там не запутали голову, потому что я вот вам на пальцах объяснил, что такое хэш-таблица, за одним исключением. Чего я не рассказал? Коллизии. Правильно. Мы не говорили, как разрешаются коллизии. Опять же, вот на пальцах буквально на двух. Коллизия может разрешаться двумя способами. Способ первый – хранить по вот этому индексу под названием хэш не одну ячейку, а маленький списочек и искать среди него. Ну, совпали у нас хэши для двух элементов, в списке будет два, для трех в списке будет три. Второй способ – это повторное хэширование, так называемая открытая адресация. Занята ячейка, пошли дальше искать. Перехэширили, получили новый хэш, а эта ячейка свободна. Занята ячейка, пошли дальше искать. И тот и другой способ, и это последнее, что я хочу сказать про хэш, про внутренности, и тот и другой способ говорят нам о том, что если у нас область значений этого самого хэша слишком маленькая, то скорость поиска наличия элементов в таком множестве будет все медленнее и медленнее. Понятное дело, что чисто теоретически мы можем подобрать такие хэши, что все элементы будут лежать в одном ведре, бакете, вот у них у всех будет, ну не так, такие элементы, что у них у всех будут одинаковые хэши, и тогда скорость поиска опять станет линейной, не константной. Но даже если у нас совершенно случайное распределение, если у нас миллион элементов и 8 значений хэша, понятное дело, что примерно 1/8 миллиона в каждом бакете будет лежать, то есть у нас скорость будет довольно низкая. Поэтому мы должны, когда мы задаем область значения нашей хэш-функции, брать какой-то вот разумный предел. Очевидно, что вот такое значение хэш-функции нас не удовлетворяет, потому что это очень большой массив. Я бы сказал, часть этой памяти у меня уже занята, а часть этой памяти на этом компьютере просто нет. Поэтому обычно делают вот так. И там в 2 в какой-нибудь степени. Ну, скажем, в 4. Вот. И вот это вот уже вполне себе нормальный такой хэшик, вот, который, безусловно, может привести к коллизиям, потому что 2 в 4 – это всего 16. У нас всего 16 вариантов. Вот. Вот такие дела. Значит, мы должны как-то перераспределять, как-то ограничивать. Это такой типичный для алгоритмистики, для алгоритмики, типичный подход быстродействия за память. Либо мы храним много элементов, и тогда они быстро работают, либо мы храним мало элементов, но тогда они медленно работают. Ну вот, практика показывает, что, и в питоне это реализовано именно так, что если хэш-таблица заполнена на 2/3, то средняя скорость поиска по ней будет уже константа, но умноженная, кажется, на 3. Средняя, если вы случайно ее заполнили. Соответственно, в этот момент надо делать что? Это более сложный вопрос, но вдруг кто-то знает ответ. Если наша хэш-таблица, наше множество заполнилось, отведенная для нее память заполнилась на 2/3, что нужно делать при добавлении очередного элемента? Громче? Удалять старый? Нет, конечно, нельзя удалять из множества то, что в нем содержится. Да, делать геометрическое масштабирование, расширять таблицу в 2 раза, так как это мы делали со списками, точнее, как это питон делает со списками. И там внезапно становится не 2/3 свободного места, а 2/6, 1/3. И все начинает опять хорошо работать. Такие дела. Ну вот, как это устроено в питоне? Вернемся все-таки к питону. Питон, как бы множество в питоне, создается вот таким вот образом, значит,
Пожалуйста, вот любой хешируемый элемент может быть в множестве его элементом. Вот, это множество. Любой нехешируемый элемент не может быть элементом множества. В частности, множество само по себе является нехешируемым элементом, оно не может быть элементом множества, это понятно. Вот. Почему множество нехешируемо? Потому что множество естественным образом штука модифицируемая. О! Можно сделать вот так, да? Можно преобразовать последовательность в множество. Так вот, множество штук модифицируемое. Более того, в Питоне поддерживается классический теоретика множественной операции. Смотрите. Только set, конечно. Вот, сейчас мы возьмем и вычтем, или скажем, вот так вот сделаем. Ну, смотрите, какая красота. Пересечение, объединение, симметрическая разность. Это все элементы первого, которые не содержатся во втором. Что там еще? XOR, кажется, есть. Вот это симметрическая разность, то было просто разность. А это все элементы множества, которые содержатся в объединении, но не содержатся в пересечении. Не так. Которые, короче, это объединение минус пересечение. Вот. Ну вот, это довольно удобная штука, если вам нужно решать какие-то именно задачи на составление, значит, на применение каких-то, допустим, забыл слово. Господи, как это называется? Предикатов, вот, да? Вы составляете некоторое множество с разными свойствами, и вот потом объединяете эти свойства, пересекаете их и так далее. Вот. Что еще можно сделать с множествами? У множества есть естественным образом метод add. Туда можно добавить элемент. У множества есть метод pop, как у стека, только оттуда будет выбран элемент, ну, прям условно случайный. Видите, здесь-то он берет их подряд, но кажется, эта подрядность только так из-за того, так они подряд идут, потому что мы еще ни разу не делали геометрическое масштабирование. Вот если бы мы сейчас множество этого набили хорошенько, он бы один раз перехешировал все эти элементы, и там уже они бы в таком порядке обратно не шли. Так что надо относиться к этому попу как к случайной выборке. Ну так. Не гарантированной выборки, просто выбор какой-то элемент из множества. При этом само множество S естественно уменьшается. Вот. Для множеств естественным образом, а кстати, плюс T можно же сделать? Нельзя. А вот так вот можно сделать. Вот. Вот такая конструкция, в отличие от конструкции для константных объектов, означает не сделать новое множество, являющееся объединением S и 1234, а добавить в S еще два элемента. Ну и понятное дело, что если вы, например, напишете вот так вот, то добавится в S только один элемент, потому что остальные там уже есть множество. Проверка наличия элемента в множестве. Это та самая операция поиска по хэшу, которая имеет константную сложность с точностью до мультипликативной константы в случае, если множество хорошенько забито. Да? То есть скорость поиска, условно говоря, от единицы до трех операций в среднем. Еще раз повторю, у меня даже была мысль сделать такое упражнение, но выяснилось, что вычислительная сложность этого упражнения очень высокая. Вот, и нужно читать исходники Питона на C, чтобы понять, сделать упражнение, подобрать несколько, ну, скажем, строк с одинаковым хэшом. Вот. Но я не придумал, как это сделать легко, и плюнул пока. Но, может быть, я еще придумаю. Ну вот, так что, поскольку подобрать несколько элементов, хэш в Питоне устроен так, что подобрать несколько элементов с одинаковым хэшом довольно сложно, мы можем надеяться, что в любом произвольно забитом нами множестве скорость поиска будет, в общем, константой. Константа поиска – это очень-очень-очень хороший бонус для последующего программирования. Вот. А, вот тут пример как раз, когда при перехешировании они уже это самое,
они уже становятся неупорядоченными. Интересно, это да, значит, этот пример хорош тем, что он показывает, как в множество можно задать циклической сборкой. Мы уже умеем списки задавать циклической сборкой. Вот множество тоже может задать циклической сборкой, пожалуйста. Вот это множество претерпело за время своего формирования одно геометрическое масштабирование, потому что по умолчанию кажется 16 элементов в нем, а потом будет 32. И вот когда будет 32, там все перехешируется, и элементы переедут в разные другие стороны. Вот пожалуйста, никакого подряд идущего нету. Вот. Важное замечание. Множество очень удобная штука. Вообще говоря, хочется иметь множество в качестве индекса, в качестве хэшируемого объекта. Множество. Мы уже видели, что само по себе множество не может быть, множество составить нельзя, потому что множество не хэшируемо. Но есть в питоне штука, которая называется frozen set. Чё? А, Т. Вот, О. Ну, давайте здесь тоже, наверное, range 5. Вот такая штука, вот такое множество вполне может быть элементом множества само по себе. При этом оно, естественно, поддерживает все нужные операции над множеством, ну, кроме того, что модифицировать нельзя. Да, вот Т ад сказать нельзя. А вот Т или сказать можно. И в этом случае, понятное дело, будет собрано другое множество, frozen set с другими свойствами, ну, в общем, как обычно. Вот, да, я не написал, значит, давайте так. S for S in range in... не так. Range, вот, I плюс I. Запятая и плюс 3. Здесь, значит, пишем frozen set. Во. Да. For и in range от 5. Вот что-то такое. Во, пожалуйста. Вот это множество. Вот, только те, которые внутри замороженные. Пускай вас не смущает то, что там сет и здесь сет, это разные типы данных, это примерно как списки и кортежи. Вот frozen set – это такое множество, константное множество, оно же кортеж. Ну вот, вопрос по множествам. Я, в общем, сказал все, что хотел. Ну окей, если все понятно, значит, то, в общем, ничего такого сложного в них и нету. Единственное, что стоит иметь в виду, что... Да нет, все, в общем, понятно. Даже, в общем, кажется, ничего еще более тайного, чем я сказал, про множество говорить не надо. Множество – это инструмент проверки того, принадлежит ли наш объект вот такой структуре данных, константной. Мы с вами с самого начала говорили про индексирование. Да? Мы говорили, что объект номер столько-то лежит там-то. То есть сам объект может быть любым, в случае, если мы храним его, допустим, в списке, он же динамический массив. У него просто есть индекс от нуля до там n. Возникает идея сделать абсолютно такой же трюк, но использовать в качестве индекса некоторый хэшируемый объект, ну, скажем, там, строку. То есть у нас будет взаимозначное соответствие, однозначное соответствие между хэшируемым объектом строкой и хранимым произвольным объектом. Из этого хэшируемого объекта, например, строки, будет вычисляться хэш, дальше будет составляться структура данных, похожая на множество, но только еще и с payload'ом. Она называется словарь, и до Python 3.6 она была устроена ровно так, как я сейчас показал на пальцах. В современном Python она устроена чуть
посложнее, просто для более быстрого представления, особенно маленьких словарей. Вот. Основная идея стоит в том, что словарь – это отдельно множество индексов и отдельно множество, собственно, значений, по которым, ну, это не совсем множество, оно такое упорядоченное, по которым мы, хэш-таблица, вот она, это хэш-таблица типичная. Вот. В таком виде операция добавления становится быстрее, а вот операция удаления, которую надо прореживать, все это становится тяжелее. Вот. И главная фишка словаря, устроенного в виде вот таких вот последовательностей и таблиц, это... Нет, я ошибся. Это старый вариант, вот новый вариант. Вот новый вариант. Смотрите, у нас есть просто список хэш-значения, хэш-ключ-значения и битовая таблица. Она битовая. А, и битовая таблица с порядком. Вот этот элемент был добавлен нулевым, вот этот первым, вот этот вторым. Вот по этой штуке быстрее искать, вот эту штуку быстрее модифицировать, но из нее медленнее удаляется. Ну вот. Фишка состоит в том, что теперь мы храним еще и порядок добавления в словарь. Вот в таком формате. Но это, конечно, очень условный формат. То есть считайте, что словари организованы как хэш-таблицы, но с одним важным дополнительным свойством – порядок добавления в словарь сохраняется. И это супер используемый в Питоне инструмент, который вообще всегда вы используете, даже не зная этого. Сейчас покажу, где. Но сначала давайте разберемся со словарями. Итак, словарь. Задается все теми же фигурными скобочками, но поскольку словарь – это пара, ключ, от которого берется хэш и значение, то он так и пишется. Ключ – значение. Опять же, мы помним, что ключ может быть вообще любым, а значение должно быть… Не так. Ключ может быть любым хэшируемым, а значение может быть вообще любым. Вот. Меня спрашивают, был ли разбор хэш-коллизий? Был, но только сильно на пальцах. Про свойства хэша мне пришлось рассказать буквально минут 7-10, потому что мы все-таки говорим про питон, а про хэш можно разговаривать не одну лекцию. Вот такой словарь. Обращение к этому словарю по индексу прямо так и устроено. Вот. При этом, если вы обратитесь по несуществующему индексу, то он скажет, что его нету, но вы можете сказать так и указать значение по умолчанию, ну, скажем, 100-500. Вот. D.get, словарь.get, всегда вам вернет то, что вы хотите, если вы указали значение по умолчанию. Так есть, вот. А так он вернет known, понятное дело. Вот. Более того, вы можете даже сказать не так. Вы можете сказать set default. Метод set default, во-первых, вернет default, если он не встретился, а во-вторых, добавит его в словарь. А если он там уже был, естественно, менять ничего не будет. Вот. А вернет нам то, что было. Ну, такой универсальный метод, когда вы не знаете, есть там в словаре что-то, нету в словаре, чтобы не проверять, есть ли оно в словаре. Лепитесь от дефолта, и у вас все, значит, либо добавляется, либо заменяется. Вот. Что еще надо сказать про словари такого интересного? Да, естественно, как это сказать, на самом примитивном программистском уровне может к этому относиться как к такому массиву, у которого вместо индексов строки или там какие-то константные элементы. Почему нет? Выглядит это так. Как множество и списки, словари можно создавать циклическим конструктором. Ну, что-нибудь такое, f. Вот. Давайте мы ради интереса тут что-нибудь напишем вот такое, чтобы, значит... Во!
Вся та же история, просто пары, которые мы используем, через двоеточие указывается все. Вот, значит, словарь. Давайте смотреть в план. Циклический конструктор. Что такое работа с словарем? Вот кто писал этот план? Я писал. Хорошо, работа со словарем. Ну вот мы, значит, со словарем уже немножко поработали. Мы даже знаем, как к нему обращаться. Вот. Вот так, например. А, ну все, давайте дальше. Дальше, значит, у нас есть несколько немножко таких низкоуровневых штук, которые можно добывать из словаря, просто ради быстроты работы с ним. Например, есть список ключей, который не совсем список. Видите, у него специальный тип, который так и называется dict case. Вот. Почему это не список? Ну, потому что очевидно, что это нехранимая последовательность. Зачем нам хранить список ключей, если у нас и так есть список ключей в словаре? Вот. Это просто способ по нему пройти. For, ага. Вот, пожалуйста. А если мы просто напишем for t in there? Совершенно да, совершенно справедливо. Я как раз хотел это сказать. Вы, наверное, знали. Значит, я как раз хотел это сказать. Чтобы два раза не вставать, словарь является итератором, итерируемым объектом. По нему можно запустить цикл for. Поскольку у словаря есть ключи значения, а также пары ключ значения, надо было принимать решение, что именно из этого будет приезжать в цикл for в качестве итератора. То есть, если мы скажем лист от d, то что мы получим? Список ключей. Значит, действительно все просто. Словарь, как итерируемый объект, возвращает итератор по ключам. Собственно, вот этот dict case. Вот. Соответственно, если бы мы здесь написали for i in d, то получили бы то же самое, прям в точности. Почему было принято такое решение? Для того, чтобы хорошо работала операция, допустим, false, а вот 5 есть, это поиск по тому самому ключу. Вот и все. Чтобы in работал как нормальный in, нужно, чтобы справа был итератор, значит, этот итератор – это итерируемый объект по ключам. Кстати сказать, поиск в нем, естественно, работает не с линейной сложностью, а с вот этой вот, как это, amortized worst case constant. Вот. Слово amortized прибавляется к динамическим объектам ради того, чтобы сказать, что нет, ну вот когда у вас будет геометрическое масштабирование, там, конечно, будет линия во всю красу. Но это же бывает очень редко, и поэтому вот не будем этот худший случай рассматривать, он нарушает чистоту нашего эксперимента. Такие дела. Значит, это что касается ключей. Значит, если мы хотим обращаться к... Можно ли через enumerate получить не нумерацию? Нет, через enumerate можно получить только нумерацию. Но если мы хотим найти... Это тут спрашивают в интернетах. Если мы хотим только значения получить, вот эти значения. Если мы хотим получить пары, то мы так и пишем items. Вот вам, пожалуйста, items, я сказал. Вот. Обратите внимание, что у этих возвращаемых значений тоже специфические типы данных, но это прям себе нормальные итераторы. То есть, если мы здесь вот написали for k, val in d.items, да, вот, то все бы так и получилось. Вот, полная красота. А про это мы уже говорили.
про то, что обращение к элементу может принести исключение. Если не хотим исключения, делаем get, а если мы хотим еще и проапдейтить, используем setDefault. Вот. В действительности у словаря довольно много интересных методов. Давайте мы просто посмотрим, как они называются. Вот они. И поговорим на них. Ну, clear понятно, что такое делает. Copy – это так же, как со списком, делает мелкую копию, одноуровневую. Помним, что такое мелкая копия. Два разных объекта, но если они ссылаются на, скажем, списки, то списки будут уже одни и те же. Ну, давайте проверим это. А то, мало ли, D1 равняется A, раз, два, три, B, ну, не знаю, set, раз, два, три. Пять, да господи, 20. Вот такой слово. Я забыл здесь написать строку. Вот так. Да? Вот такой словарик. Этот словарик D1 содержит два объекта. Да? Под именем A раз 2, 3, под именем B 4, 5 – это множество. Кстати, обратили внимание, что множество превратилось во множество. Тут оно было явно избыточно. Ну так вот, если мы скажем D2.copy, ну, во-первых, мы скажем D2 равняется D1, понятное дело, что это один и тот же объект в точности. И еще мы скажем D3 равняется D1.copy. Что мы получим? D2 равняется D1, D3 равняется D1, D2 из D1, понятное дело, это два имени одного и того же объекта, а вот D3, разумеется, нет. Но, например, D1 AT из D3 AT. Потому что копия была мелкая. Я сказал из, а ты что сказала? Вот. Соответственно, если мы сейчас скажем, вот это самое D1 AT равняется 100-500, то мы получим модификацию обоих. На самом деле всех трех, наверное. Что я сделал не так? Я сделал не так, и надо было модифицировать-то. Сейчас, секунду. Что не так? Что я сделал не так? Сейчас, возвращаем нашу эту самую. Вот так. Дальше. Копия. Вот так. И вот если мы скажем D1, AT, нулевое, вот, равняется 100-500, вот тогда мы получим... То, что имелось в виду. Так, что еще есть интересного у списков? FromKeys – такая интересная штука, которая позволяет создать новый словарь, у которого такие же точно ключи, а все остальное known. Вот, ну, реально, D, FromKeys, вот D, вот. Причем это метод класса, а не метод объекта, поэтому нужен параметр. Get, видели items, keys, pop. С попом там история такая. D.pop нуждается в индексе. Вы должны сказать, а что именно вы из этого D собираетесь вынуть. Ну, скажем, вот так вот. И он вам возвращает этот элемент, а в D, естественно, он исчезает. То есть вот такое взять элемента по ключу. Еще есть pop item. Вот pop item, кажется, может быть любым. Он выдает пару. В отличие от множества, порядок элементов в словаре соответствует порядку их добавления. Pop, как видим, убирает их с конца в порядке, ну понятно, последним вошел, первым вышел. Как стоит? Вот. Вопрос в зал. Из этих всех моих объяснений, как вы думаете, насколько вычислительно сложная операция pop item для словаря? Ну, так, примерно. Константная, линейная? Константная. Она в несколько раз медленнее, чем соответствующая операция для списка, разумеется, потому что там все очень просто, а здесь приходится, значит, вот с этими хэшами бороться. Но с учетом мультипликативной константы, они эквивалентны по сложности.
Просто ну, вот, вот реально там в 3-4 раза медленнее будет работать. А может быть и не в 3-4, надо померить. Может быть сейчас еще и быстрее. Вот, то есть все равно сложность константная. Сравнительно недавнее приобретение, боюсь соврать, какого питона, это операции. Сейчас, у нас какой еще есть какой-нибудь? Давайте мы еще какой-нибудь Е сделаем. Здесь берем на 3. Вот. D, E. D, D или E. Операции объединения словарей, при котором в получившемся новом словаре старые, те, которые были в словаре D, элементы заменены на новые, которые были в словаре Е, и еще добавлены те, которых в словаре Д не было. Вот. По причине того, что эта операция немножко такая асимметричная, например, операция пересечения словарей непонятно, как сделать. А если там разные элементы были, какие оставить, от первого или от второго? Ну, не очевидно. Решили не сделать. А вот объединение работает, даже вот так работает. Тогда эта операция, так же как во всех модифицируемых, как все модифицируемые операции, не равна созданию нового элемента, созданию нового словаря. Это обмодификация словаря D, довольно быстрая. Раньше она выглядела вот так. Вот. Теперь можно написать вот так тоже красиво. Кажется. Кажется, я все и рассказал. Вот человек говорит, что порядок словаря в питоне с 3.8 появился. Он появился в 3.6, а в 3.7, кажется, его сделали гарантированным. Вот. Есть chainmap для сложения словаря. Ну, chainmap есть, но мы про это будем говорить потом как-нибудь. Значит, давайте лучше мы внезапно обнаружим, что мы действительно пользуемся словарями, постоянно программируем на питоне, сами этого не осознавая. Помните, у нас есть такая функция dir прекрасная? Она что-то такое возвращает. А еще у нас есть функция, ну скажем, globals. Вот эта функция globals, если внимательно посмотреть... Боже! Если внимательно посмотреть на нее... Что-нибудь такое интересное она возвращает, гляньте. Она возвращает словарь, у которого в левой части ключ – это имя, а правая часть – это значение, то бишь объект. То есть, как кто-то говорил в самом начале наших лекций, вот здесь, вот в чатике, вообще говоря, в питоне даже имен нет. Имена в питоне – это всего лишь ключи, в соответствующем словаре. Globals, locals устроен точно так же. Вот. Настолько точно так же, что смотрите, A равняется 100-500. Globals A равняется 42. Это вообще словарь. Вот. То есть минус одна, как это, сущность, да? Зачем нам умножать сущность без необходимости? Есть структура данных для хранения любых объектов по имени. Отлично подходит для хранения имен в пространстве имен. Вот. Ой, я забыл сделать паузу и спросить, нет ли у вас вопросов по словари каких-нибудь еще. Ну ладно. Ну вот. Значит, вот словари внутри питона. Что бы такого интересного про словари внутри питона рассказать? Помните функцию eval, про которую я говорил, что мы ее всегда используем в домашних заданиях, потому что это очень удобная таблетка ввести что угодно, б, мы ее никогда не используем в продакшне по той же самой причине. Вот. Так вот, у функции eval, если почитать документацию, ей можно передать два пространства имен, которые называются сюрприз, globals и locals. То есть, вообще говоря,
не обольщайтесь, это, как сказать, не универсальная штука, этим нельзя защититься от, как это, ну, защита от дурака помогает только от очень неизобретательного дурака, как известно. Ну вот, не обольщайтесь, этим защититься нельзя, но, вообще говоря, вы можете ограничить контекст вычисления вашего евала заданным вами пространством имен. То есть фактически сделать такой калькулятор. Смотрите, евал x плюс y делить на там, не знаю, f. И прям задаем глобус у нас. Можно задать глобус. Если вы перебьете сейчас глобус, евал не увидит даже стандартных питоновских функций, стандартного билтына. Вот. Но это можно сделать. Давайте перебьем. Значит, x равняется 1, y равняется 2, 5, f равняется 3. Вот. При этом, если мы здесь напишем, ну, например, str, должны получить ошибку. Ой, нет. А, я соврал, в глобал всегда добавляются билтынцы. Если этих билтынцев нету. Мы должны еще написать, что билтынцы пустые. Ну, короче говоря, защищаться от этого довольно сложно. От того, что вы получите изнутри этого евала доступ ко всему namespace питона. И бессмысленно. Namespace питона – открытая штука. Тем не менее, вот такое вычисление, вот понимаете, да, у нас нет ни переменной ни x, ни y, мы сейчас их задали. Вот. Если вы хотите отдельно задать эти переменные, но сохранить доступ к глобальным переменным здесь, задавайте locals, а globals прямо остается как есть. Вот. Помимо, значит, eval, есть на самом деле еще более страшная штука, она называется exec. Exec, в отличие от евала, который вычисляет выражение на питоне, exec выполняет код на питоне. Вы реально можете взять кусок кода, в строку забить, а потом его выполнить. Ну вот, вот собственно, вот. Exec. Чего? А почему он его не раскрасил? Он, может быть, не хочет? И нет, еще как. Ну, давайте. Видимо, он решил, что он опасный. Поэтому, да. For in range. А, давайте даже не так сделаем. Code равняется. О, exec code. Думаю, что сейчас будет ошибка. Нет. Во. У нас просто была переменная A. Но мы можем ему задать global, эти locals. Такие дела. Вот. С помощью этих двух таблеток возможны, ну, самые удивительные приключения в мире питона. Вот, не всегда безопасные. Поэтому, как это, пускаясь в такие приключения, будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны. Вот. И это что касаемо евала и экзека. Вот. Значит, мелкая извращенница. Почему нет? Мы с вами zip проходили, нет? Мы продолбали zip, когда... мы чуть-чуть попозже будем говорить про zip. В zip это вычислимая последовательность. Вот когда мы будем говорить про итератор, чуть ли не на следующей лекции, мы будем говорить про вычислимые последовательности. Zip – это попарная штука, которая возвращает попарные элементы из первой последовательности и из второй. Вот смотрите, как это все работает.
понятное дело, это zip object. Давайте мы на него посмотрим глазками, попарно. Теперь мы вот из этой штуки делаем dict. Чем не пространство имен? Теперь на этой штуке можно выполнить eval. Вот. Такая вот конструкция. Ну, давайте, у нас есть еще время, давайте убедимся. Да, там еще collections. Давайте убедимся в том, что в locals такая же точная история, но я думаю, что вы мне верите на слово, но тем не менее. Def f от a z b locals c равняется a плюс b return c. Че? Ваши ставки. Скобка, да. Эта скобка была правильная, вот эта была неправильная. F от 2,3 не работает. Не работает. Ну и ладно. Вот. Все равно это извращение. Давайте все-таки посмотрим вот так вот. Print locals. Ну только a плюс b. Вот. И даже можно, допустим, вот так. Ну, так оно, разумеется, работает. А вот присваивание, как видите, работать не захотело. Ну, ладно, не захотело, не захотело. Возможно, это и нехорошо, чтобы здесь оно работало. Вот. И это еще не все. Помните, мы говорили про функции. Что можно определить функцию, у которой произвольное количество параметров. Более того, мы даже говорили про так называемые именные параметры и немножко остановились. Почему? Мы знаем, что функции можно передать позиционные параметры в виде тюпля, а именные параметры можно передать в виде словаря. То есть вот такая вот функция обычно пишет args и quarks. Вот такая вот функция способна принять любые параметры в любом количестве. Вообще любые, вообще в любом. Вот. Вот эта конструкция с двумя звездочками как раз и говорит о том, что а вот сюда складывай все остальные именные параметры, которые сколько их ни наесть. Вот. Ну, это вполне разумная картина. Значит, мы теперь знаем, как передавать именные параметры пачкой. Да, мы можем написать что-то типа... О! Вот. А теперь мы можем это сделать еще и в обратную сторону. Мы можем указать словарь, сказать ему «распакуй». Он их на самом деле передаст в виде словаря, ничего распаковывать не будет. Вот. А с той стороны он их вот примет как переменные. Да? То есть если у нас есть даже... Помните? Сейчас. F парам равняется сев, ну скажем, минус-минус, а end, ну не знаю, два перевода строки. Вот такой словарь. Print, раз, два, три. О! Пожалуйста, мы взяли, положили в словарь нужные именные параметры и передали их туда. Вот. Сейчас я посмотрю, там еще одно мелкое извращение. Значит, теперь нам уже окончательно понятно, что означает полный синтаксис
параметров функции, да, вот тут есть волшебные символы слэш и звездочка, вот это чисто позиционные параметры, это позиционные именные параметры, это чисто именные параметры. Вот, про именные параметры понятно, как они передаются исключительно в виде словаря. Вот. Я еще обещал мелкое извращение, да? У нас есть функция фун, вот такая. Как вы думаете, а можно функции фун передать с помощью вот этого парам такие именные параметры, которые не являются идентификаторами в питоне? Ну, например, не знаю, 10 точек. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, закрыли скобку. Барабан и дробь. Можно. И это на самом деле трюк, который даже из огня используется, что вы не можете явно задать имя параметра, но используете как-то подпольно вот это вот эти самые quarks, значение с очень нестандартным, не являющимся идентификатором именем, чтобы, значит, никаких namespace collision не было. Чтобы, не дай бог, случайно... Ну, например, вы написали функцию, которая действительно обрабатывает любые именные параметры, их как-то, значит, преобразует. Но для того, чтобы ей управлять, ей еще чего-то надо добавлять. Ну вот давайте мы договоримся, что те параметры, которые вообще не являются идентификаторами, вот типа таких, да, и есть управляющий. Такой вот извращенец. Понятное дело, что потом можно к нему сходить, это же обычный словарь, да, вот здесь вот. К нему можно сходить и взять это все. У нас еще есть довольно много времени для того, чтобы посмотреть на модуль, который называется Collections. Вот. Модуль Collections содержит еще всякие нужные типы данных, которые вам могут понадобиться в real life. При этом он, разумеется, входит в стандартный дистрибутив Python. Не бывает Python без модуля Collections. Частично он на нем написан, совсем частично. Кстати, вот есть тот самый chain map, о котором говорил человек в чатике с именем Макс Ду. Вот, мы сейчас до него дойдем, до чейнмапа. Вот. Что тут такого интересного есть? Сейчас, там должно быть еще... А, вот есть мелкий изврат, тоже есть один. Ну, сначала вот. Из того, что использую я. Модуль Дека, кажется, у нас он уже был или не было? Был. Это такой, значит, класс, который список, но в обе стороны. Его можно вправо и влево дополнять. NameTuple. NameTuple – это очень веселый такой, что-то типа структуры в C. Очень показательно читать его исходники, на самом деле. Они используют практически всю мощь Python. Вот. Мы определяем некий класс, вот, в котором он называется Point, в котором есть поля x и y. И этот класс можно... Ну, давайте прямо отсюда скопипастим. Что мы будем смотреть-то на это? Вот. Да, значит, point. Это новый такой тип данных, а именно именованный тюпл, который называется point. Обратите внимание, что одно другому не обязано соответствовать, но потом вы сами же и запутаетесь, если сделаете не так. Вот. И что там, namespace ему сдается, да? Да, у него сдается namespace x, y. Причем только имена, естественно, поля, названия полей. И кажется, все. Ну, поехали. P равняется point. И вот здесь вот вы вольны писать и вот так вот, допустим, 1,2. И вот так это красиво выглядит. Вот. А можете написать и вот так, кстати.
допустим, x, y равняется 12, x равняется 100. Нет, так не можете. Ну ладно, не можете, так не можете, а я думал, что можете. Там было бы y. Вы повторили, пожалуйста. А! Я неправильно написал? Ага. Y равняется 12, и x равняется 100. Во. Можете. Можете, спасибо. Ну вот, то есть, как, вот, как это, я же говорю, такие структурки, в которых разные способы доступа открыты, а еще у них pretty-printing такой красивый, вот. Ну и куча некоторых других свойств. Например, если вы что-то там распарсили, у вас приехали списки названий этих имен, там вы распарсили какой-нибудь CSV с колоночками, и вам нужно по-быстрому создать структурку, которая этой колоночке соответствует. Вот. Вжух. Вот. Ой, тут запятые. Оказывается, можно запятые использовать. Ну, в общем, вот. Это что касается named tuple. Так, вот мы дошли до chainmap, кстати. Давайте посмотрим, что он делает. Короче, если у вас есть словари или другие маппинги, то есть объекты, классы, поддерживающие маппинг-протокол, элемент двоеточие значения, то их можно определить, их можно склеить в один большой маппинг, вот, который называется chainmap. А можно ли к ним при этом обращаться? Да, похоже, что можно. Вот, забавно. Давайте попробуем. Значит, давно ли он появился? Что-то я его как-то проглядел. Спасибо Макс Дузе за это самое, за наводку. Ну, в 3.9 его поменяли. Когда он появился, непонятно. Ну, ладно, давайте потыкаем его. Итак, chainmap. Время еще есть. From collections import chainmap. Вот он. Да, и что мы хотим? Мы хотим сделать D. Это, о, отлично. Ой, что же я сделал-то? Е, вот. Да, предполагается, что chainmap сделает из двух маппингов один. Ну, давайте попробуем. DD равняется chainmap от D-E. Супер. Спасибо, дорогой. Почему-то я это не видел. Вот очень удобный интерфейс. Причем, как вы понимаете, ему, этому chainmap, в общем-то, все равно. Да, он ищет сначала по одному списку, по одному маппингу, потом по другому. Кстати, а что будет, если они одинаковые? А, я не увижу разницы. Хорошо. Так. Ага. Он обновляет. Сейчас, нет. И это еще не все. О. Короче, вот эту мы не получим никогда, похоже. Да? Да ладно тебе. Да. Видите, да? Вот эта штука, поскольку эти ключи совпадают, она просто не видна будет в этом chainmap. Как бы мы ни крутили, у нас покажется первой. То есть фактически
Да, многоуровневые дефолты. Мне тут подсказывают, что про многоуровневые дефолты. На самом деле там есть прям, как это, use cases, зачем его использовать. И в основном это как раз именно что про дефолты, про всякие значения ключей по умолчанию и так далее. Вот, вот тут вот. Во. В общем, читаем. У нас же есть минута. Давайте я еще chainmap туда вброшу, потому что это действительно хороший годный инструмент, а я его упустил, когда готовился. Вот здесь chainmap. Вот. Удобная штука, реально. Что еще интересного? Ordered dict устарел. Это уже давно-давно обычный дикт. Из вот этого всего есть еще очень полезная штука default dict и еще более полезная штука counter. Что такое default dict? Default dict – это такой дикт, которому вы в качестве дополнительного параметра передаете изготавливатель объектов в этом дикте по умолчанию. То есть можно было бы, конечно, сказать, что там, допустим, по умолчанию 0, но нет, вы делаете именно factory. Ну, давайте покажу. From collections import default dict. Это было слово import. D равняется default dict. Ну, скажем, какой factory бы сделать? Lambda. Это было слово лямбда, не подумайте ничего плохого. Ну, скажем, 100. А, нет, мы уже его сделали. D. Вот, теперь к какому бы элементу этой штуки вы не обратились, у него будет, он по умолчанию создастся это самое 100. Видите? При этом дальше он себя ведет как нормальный дикт. Мы можем написать, допустим, равняется 100-500, и будет 100-500. Но как только вы обращаетесь к, значит, несуществующему элементу, он по умолчанию создается. Можно было написать known, можно было написать что угодно, да? Часто пишут вот так, смотрите. Int. Что это значит? Ноль. Это значит, что у вас будет вызываться в качестве конструктора вот такая штука. Вот. Маленькое отступление от темы и последний наш элемент. Default dict. Давайте вот так вот напишем. И заценим эту структуру данных. Это такое дерево для очень бедных. Прям дерево. Понимаете, да? Каждый раз, когда обращаетесь к несуществующему узлу, он заводит там себя же. Себя же. Все. Пользоваться этим очень тяжело. Но как это, как вот... Как структура хранения вполне. Ну, еще раз, да? Что он делает? Он, у него каждым узлом по умолчанию этого default dict является default dict. Если вы вписали туда лист, там будет лежать лист. Все.
Вот. Интересно, а что будет, если я вот так напишу? Я думаю, что он упадет. Да. Все, там уже узел, там уже лист. Все, нет там узла. Вы туда лист положили. Ну вот, это, конечно, такой очень-очень дурацкая модель дерева, но просто зацените однострочник. Значит, последний инструмент, который я хочу посмотреть, и это важный инструмент, у него будет домашнее задание, кажется, будет, это каунтер. Каунтер – это такой словарь, которому еще… Это такой дефолт-дикт, на самом деле, которому еще приписаны некоторые дополнительные свойства. В частности, дополнительное свойство подсчитывать количество элементов. Вы можете создать каунтер из последовательности, а он посчитает, сколько разных, естественно, хэшируемых элементов, а он посчитает, сколько разных элементов там было. Вы удивитесь, как много на самом деле повседневных задач этим каунтером можно решить. Вот. Это обычный словарь, который умеет считать, а еще он умеет, что там? А, ну это просто, а, еще он умеет воспроизводить, правда, в упорядоченном виде элементы, из которых он состоял, то есть он просто повторяет столько раз, сколько в нем их есть, вот, а еще он умеет всякую статистику мелкую наводить, где там, most common. Самые частые. Вот. А еще их, кажется, можно складывать и вычитать, эти каунтеры. Ну-ка, проверяем. Ага. Более того, если вы их вычтите, то, например, можно сказать ему, чтобы он не, ну, скажем, в... 7. Вот. Обратите внимание, что V вообще отсутствует, потому что он меньше единицы. Мы вышли из каунтера, в котором было V было 6, вышли 7. Вот. На самом деле там, кажется, есть. И он упал в ноль. Ну, в общем. Понимаете, да, счетчик устроен таким образом, что вот вычесть больше, чем есть, нельзя, ну, вот это вот все. Вот, понятное дело, что это редкость, но вот это вот сложение вычитания счетчиков, а также взятие наиболее популярных, а также воспроизведение исходных вот этих 6 штук U, 6 штук V и так далее. Да, ну, а кстати, а что будет, если скажу вот так? Думаю, что ничего не будет примечательного. А, да, ничего не будет. Ну вот. Вот это, значит, довольно часто встречающаяся штука. Вот. Кажется, это все, что я хотел сказать за сегодня. Давайте посмотрим. Да. Вот. Значит, итогу. Смотрите. Получается, что Python под капотом, там у себя, внутри, немножко не такой, как... Мы привыкли видеть его снаружи по синтаксису. Да, вот, например, мы сегодня узнали, что в нем нет имен вообще, вот, переменных. Для того, чтобы хорошо понимать, чего происходит, когда мы пишем питонью программу, вот это вот знание подкапотных механизмов, оно не помешает. При этом на самом деле есть еще третий уровень подкапотности, так называемая реализация или семантика языка, которую мы вообще не рассматриваем, потому что она имеет право меняться. Вот. Еще одно достоинство Питона состоит в том, что вот та часть, которая снаружи выглядит как синтаксически красивая штука, и та часть, которая как бы является внутренностью, это все более-менее стандартизовано. Если оно меняется, об этом задолго предупреждают, просят, значит, учесть и так далее. И вот если работать только на этих двух уровнях, у вас будет получаться хороший годный код, сопровождаемый, все. А вот пытаться забраться еще глубже довольно тяжело. На это у нас, про это у нас будет лекция в доп. Главах, но не следующая, а через одну, кажется.
вот, про эти самые, про байткод, вот про это все. Вот там мы уже встретимся с совсем глубинными кишками Питона, которые, в общем, не обязаны сохраняться со временем. А эта вот штука сохраняется. Ну вот, кажется, я теперь рассказал совсем все. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Видимо, либо все понятно, либо слишком много всего случилось, и переваривайте. Это хорошо, и то, и другое. Ну что ж, если нет вопросов, тогда всем спасибо и до новых встреч.